Так что, кому плечи-то? Кому дать? Они у меня, просто никому не давал. Дай пули на вылет за 10. Сейчас. Этот, иди сайри дракона там или ДПС. Так, давайте, боя вроде нет, вот два танка берите, ранцы, ДК летает, протопал тоже бери ранец на всякий случай, пушки там занимайте, грейте, все летайте, надо тут корабль бить мага. Давайте, Федут запустил. Давай. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактар-Агар! Горкрон, взлетаем! Что это там вдалеке? Выпалов еще допиши по казаку. Да, Макар старый. Сейчас вы ответите перед Саурфангом. Двигай свою калошу, не то вы ее прямо в небе. Так, давайте там пока трэш в нашем корабле сливайте. Не умирайте. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Консервак лагает, кстати. Там вроде не. Нормально прожимается. Ну, как обычно, по крайней мере. Пусть есть задержка, но уже какая была, короче. Так, давайте, мах. Вышел, летите, летите. Сейчас мах выйдет, перелетайте. Это паладина поднять? Да, не надо. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Все, передайте обратно. Там не вставайте, а после боя реснем. Давайте, мах вышел, декали пошел, рейд летите. Оружейники, огонь!
ты! Ой! Что-то разряжайте быстрее, мах. Давайте, разряжайте. Все, молодцы. Полетел. Пиздец вообще. Подожди, не открывай, улетел. Да поняли, давайте, вставайте там, летите, кто упал. Сундук не трогайте. Это мне сову спятнуться? Да, давай. Там, в принципе, рейд не сильно прочитает, может там дальше в сове быть пока. Или там, может там... Или может у хилов там есть более сильность, там... Нарплан, ШП, или у тебя может или Н. Да не, спекайся ты. Без редруб все равно пройдем. У меня просто сова слабо немножко так сильно. Пиздец. Кстати, дорогой пёрый рыбы есть кого-нибудь? Чай тебя сумманём. Все шикарно будет. Там вставай сейчас сумманём. Тыкните. Что там? Ну не пришел сом, я лечу еще. Меня Алик убил. И ничего раз сомай. Призыв начат уже, ждите ответа, забагалось, наверное. Нет. Все, я зашел. Сейчас протонусь. Сурка запускайте, там пока бафы дайте. Ты уже сундук утонул? Да не, сейчас только утонул, тут ничего не упало. Кольцо надо кому-то на мейн. Ноуф. Дай мне, если вообще никого не нужно. Осколки? Да не, осколка. Дай монетку просто так, ППГ потестить. А толку он от меня? Ты можешь так посчитать. Без своего ПГ. Три нет на танк просто. Ага. На мишку она вообще тупая. Че вы не запустили? Так, давайте, запустил сурка, короче, там. Если падаем, смотрю, кто трэш не бил, даю ГП, там. Наберите рейнджер между собой, встаньте на рейнджер, чтоб мне так было меньше. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Года есть фласочка на хосторну? Мне нету. Давайте сделаем все быстро, слегка пронесем, чтобы потом в резку сходить пару раз, штучки 2-3. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был в опасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери... Джерри, знаешь, какая у меня мысль? Хочу. Давай, в общем, скинемся с тобой по 50к. У нас общая сумма 100к получится. И с мутантом кинем ролл. Чтобы деньги пополам. Не знаю, не знаю. Я бы проебал. Потом еще на 150к. Я, наверное, тоже. Но я, может быть, выиграл. Ладно, вот он хотя бы еще по-честному играет. Тут, конечно, что в два раза больше 65, то только тогда удваивается атака так и далее. Вчера Дудипутка и Боль нечестно с ним поступили. Давайте, 2 секунды, начинается бой. Соберитесь там. Там, стою в центре, короче, если буду вздыхать от трэша, я там ее покину всем.
Ааа, это Сагрити, ёп. Давай, кидай стерео, и стерео кидай. 3 секунды трэш, играйте по трэшу. Давайте трэш вышел, играйте по трэшу. Там, когда 100% ярости будет, там где-то 80 плюс на ком будет агро, прожмите станки. Сейчас можете прожиматься, чтобы метки не так сильно било. Играйте последний трэш, сливайте. Давайте трэш, 2 секунды трэш сливаем. Давайте, вышел трэш, играйте по трэшу. Хотя и кинь, наверное, Фугасаку. Сейчас. Там прожмите станки. Ну, все, убили, раги нету, добивайте. Эх. Трясните фарма, там идите чистить трэш, хатай, может сове остаться, нормально хилиться. Да, почти резика наебашу в трэш. Наручи на мейна. Но я слабость что даю, там 7.5, у меня не фулл смот. Так, сейчас у меня зависло. Кинул в пейн 30, а бар в конце где-то. Рядом с матерью и предками. Покальте, рольте. Чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Да, обычные токены, Вань. Сейчас. Бля, я что, ровно не кинул? Так, кому там токен, присоедините? Поднимайтесь. Так, Велгами, быстро там валькирую одну только агрите, вторую не агрите. Идите в портал, там все. Опять забавили. Тарите пока вторую вальку. На Энике висит. Скай Эника и стоит там на месте. Пока не... Давайте не пока да. Первую бейте. Печеньку поставил. Блин. Точно бейте. Приятного аппетита. Ничего себе, стан.
На 30 секунд. А покажите ВД, кто мне скинул. Только там, где я тоже есть. Чё? Так тебя даже в рекламке нет. А ты где, блин? Вон. Пробуйте массами сливать, там АОЕ уже какой-то дайте. Ну, не, уже. Да, не подействует, надо выводить без толку. А давай, иди ДПС, сюда, к Вару, вот я прыгаю, стою, иди сюда. Иди ДПС. Сюда. Ладно, хер с ней. Еще дальше отходи. Пошлите на кровь пока, сходим быстро. Она к нам потом прибежит. Идемте на кровь. Надо забудьте на о ней. Надо идти на мост с ней. Что вы делаете? Иди на мост. Пошли на кровь, пошлите, там она может выйти. На бойте зачем? Иди на мост, изи ДПС. Че ты? Блять. Идемте на кровь, она сама выйдет. Вот она вышла, блядь. Все, вылезла. Вышла. Играйте по Валькире. Что там по ДПС? Сколько там общий? Я трэш бил. Не, ну, сколько там все равно было. Куда идем, на кровь или на лед? Да, на кровь. О, давайте квест сделаем. Берите квест, танки, подходите. Да может тянет здорового скелета, бейте, рослого. Потом остальных можете массами заливать. Там совы могут корни кастовать, да? У них есть же такой скил? Ну да. А, да, я тоже может кого-нибудь подержу. Сливайте массами. Идемте наверх, там пока не арит, сейчас присты поконтролим. Так, давай, пуля, звездочка, фотон, печенька, кокосина, ромбик, Дима, трусы, ну и все пока. Идите присты на позицию, пока не контрольте. Идите, подходите ближе, присты. Идите, контрольте. Сейчас, подождите, подождите. Сейчас пройдет. Ну ладно, давайте нормально, контрольте, контрольте. Давайте, а мы. Так, кого-то. Печеньку. Давайте печеньку, потом скелета будем бить. Контролили всю пачку, да. Никого бить. Нет! Давайте теперь скелета бьем, потом будем по одному тянуть. Ромбик бежит. Давайте, ромбик. Ну давайте звездочку бейте, ладно. Звездочка, потом трусы. Там этого командира кините, кто-то танки. Давайте присты пока подходим, те, что контролили. Давайте, присты на позицию идите. Также самоконтрольте. Контрольте. Ну ладно, плохо законтролили. Давайте ждем скелета. Сейчас идет скелет. Скелет объем точно.
Давайте скелет, а потом печеньку будем заливать. А точно, бейте, если не хотите умирать. А теперь печеньку бейте. После печеньки, кто там, звездочку бейте. У кого меньше хп, короче, тех и бейте. А, кстати, этот переход в полете работает, нет? Переход? Нет, нет, переход у воров в полете работает, нет? Где-то там. Мля. Так, сейчас протопал в контроле, сейчас его выкинет. Давайте там агрите кого-то, бейте. Печеньку поставил, печеньку сливайте первого. Не подходите близко. Так вроде печеньку лить надо. Даже сливайте кого-то тут меньше, кого-то вы убейте. Давайте тут бафайтесь, пейте ману. Рыба есть? Так, давайте БДК на двоих, протопал на одном, колдрама на БДК напуливаем. Сверхи бьем, вчера были, короче, проблемы с големами, големов разряжаем, от рейда отходим. Буду говорить, на ком надо побежать через рейд, где много игроков, чтоб не убило вас. Давайте чек на пул. Есть что готов. Нужно миликам, которые бьют двух боссов, нужно будет бежать за големом, чтобы он об них тоже разряжался, тогда он не убьет. Ну, не знаю, дайте лапку и пошлите на позицию, дайте лапку. Лапу. Дайте лапку, друиды. Yeah. Давайте. Дам рост, рост, еще без КД. Давайте, главное на пульте. Все, на пуле, считайте, дал рост. На вихре только отбегайте, не умирайте. Там, пристрелы вас там много, хант, кинетик убейте, чтобы не упало. Бежим в вихре. Если мало хп, ждите, пока захилят. Так, смотрим, на ком сейчас будет агро. Давайте пересета точно бейте. Кинетику не забываем бить. Можем сразу в рейнджу набирать от босса хилы и от ТД от Алдорама. Так, давайте смена Талдрам, Хиллер Д на рейнджу, смотрим голема, когда скажу, надо будет отбежать.
Так, смотрим, как стоит, на ком отойдите, там присты, кто стоит, на дальнее разряжение. Ну, как обычно, чуть больше, правда, ну, нормально. Так, кастует, смотрим на ком. Эника, хапал, беги. Сейчас будет вихрь, кто там Валанара будете добивать. Нормально, то стойте, никуда не идите, просто вихрь будет, просто бейте его все. Должны успеть. Дашь сакну. Нормально, добивайте. Фраза из цитатника, нормально. Нормально, давай. Так, наруче за 10 надо, нахапало кому-то. Чё, за 10 не надо? Так, плащ на танка на мейнспик надо кому-то? Ой, ты находишься с силой плащ-то. Будет сильным. За 10 руки на танка надо кому-то. А ладно, танк и там. Паладин дам, короче, может будешь тачить там когда-то. Так, этих двух ближайших туда законтрольте. Давайте пуля левого, кто там... Дима правого. Все, законтролили. Играйте в Рослова сразу. Так, играйте в скелета. Чинку поставил, вроде ему поставил. Давайте потом рыцаря крови. Давайте после печеньки можете потом массами снимать, сливать там огромно должно быть. Мне тут хил аспекаться не надо. Не, не надо. Кого контролить? Сейчас печеньку поставлю, просто кого-то одного там бейте. Сейчас я забегаю. Ну давайте печеньку поставил на кого-то, играть через печеньку. После печеньки можете массами, хотя уже сливайте массами. Так, давайте тут можете фулбаф, давай там по вам дайте баф, упал человек. Сейчас ману риснем. Так, 9 минут еще каска есть, хватит пока. Так, лапку дайте. Интеллект дайте. Лапу, инту, остальное все есть. Так, далее давайте чек на пул.
Так, Косина. Давайте, мана фловая, танк, идите на позицию. Идите, начинайте танки. А, набирайте ножу сразу, не стойте в центре, в одном месте. От хилов там отойдите желательно. Там частицу на Поклонского. Сильнее пробивать будет. Кусай пристов там, Минилтора укуси. Кого там по ДПС, смотри. Значит, его не кусай. Хант, беги. Давайте, сбежались. Отойдите там от луж с левой стороны. Там что-то луж до хера, и вас там что-то много. Христы антифир. Еще рано. Так, давай соло на цель антифир кинешь, скажу, на ком лужа будет. От луж отходите сразу. Я куда? На лока кто-то киньте антифир. От луж отходите, отходите от луж. Так, пуля и фотон в команде гимна на хп. Отойдите от луж. Давайте ножу набирайте между собой. Давай, пой гимн, пойте гимны. Так, Минилтор где-то умирает, его не резать, если шо. Он висит вроде. Стоишь, беги. Так, хата рис и ханта пятая пати. Сейчас. А, блять, не смогу я поднять, у меня здесь символ не стоит, сука, на совет. Да, не рис и ханта в центре где-то валяется. Так, этот лезни тотем, да, и рост. Смотрите, только ножу между собой. Хренов, я рядом. Козел. Ладно, выбивайте так, ладно. Все, кусать некого, да? Да все разбежали. Миликов кусать. Хилов можно кусать. Ты там еще. Кусайте босса, пожалуйста. Что? Дим, не слышишь? Говорит, не лутайте босса. Да, хорошо, не лутайте босса. Так, давайте от луж отходим, ради там прожмешь антистрах на себя. Добивайте, лейте, только не кучкуйтесь, отойдите. А, падает, ренжу. Нет. Ренжу набирайте, не лутайте. Сейчас не заходи, я сейчас дресну быстро. Лутанули, упал. Кто лутанул? Че? Лутанули, ты на колье? Да ты не страшно, я был при пуле. Вот, супер. А че у нас в прошлый раз не могло упали всех? Че, Джерил выиграл? Да, что-то в луте не вижу, иди сюда, короче. Дайте шкаф, тут блоки еще остались кто-то. А мы по ЕПГП или так, бро? По ЕПГП. Корова, блин. Так,
тыкните на шкаф. Еще раз на сум тыкните. На кого идем? На лед пошлите. Иди сюда, пробуй утонуть. Я могу утонуть, дай мне, пожалуйста, распрямить. Можешь поставить каждый за себя? Да, блядь, не повезло. Коду не передастся. Ну, Верзили, спасибо, скажи, да и все. Да, я давай попробую взять. Поставь ответственного на себя. Верзила, блядь, покидает рейдовую группу. Не, я не могу, блядь. Да не получится, а что с тобой случилось? А если передать ему, взять и передать? Второму порогу, ладно. Подожди, Ваня, возьми себе и передай, попробуй ему. Да, сейчас возьму. Да, не получится. Кто там кидал вам? Мальфреда слева. Лучше сразу второму порогу передать. Не, для меня. Прикоси на том кидал. Накинь мне ГП, ну, за это карьеру Минотора, 398, не удали его, пожалуйста. Кидай ГП, я удалю. Да ну уже... что... Подожди, давай лучше вот так. Чтобы оно там кому-то уходило. Кто там утонул, Верзила? Блядь, да зачем удалять-то, в чём, блядь? Да-да-да, он. Дайте тому, кто может взять. И дайте второму по ИП. Да там как Асина выиграла. Не-не, там Альфредос. Сфигали. Асина выше Альфредос. Там 23 ПР, а у этого 14 там было. Там вообще еще Даня рулил. Но. Ну да. Если так там Минилтор 87, Альфредос 67, дальше Даня 38, как Асина 32. И 67, где ты это увидел? Альфредос на 7, 400 ИП у него всего, Вань. Кого там, осколок? Этот осколок, кому там колье давать? Как осенне. Крэнсер, ты ролил WhatsApp? WhatsApp. Чё, там токен будем ролить или нет? Да, сейчас, ролите. Защитника. Где-то WhatsApp делся. Я в другом канале был с Форти. Чё там? Ты колье ролил? Да. Ну вот и забирай колье. Тогда а WhatsApp уже выиграл. Он не может получить, он вылетел куда-то. Так, лезни тотем, да? Багуха в ней, что ли? Да. Я обычно токен. Ну я бы не стал удалять, блять, это бред. А что случилось, я не понял? Он вылетел. Мне тоже кажется, что удалять не стоит. Зачем? А кто говорит удалять? Бля, дайте лучше мне это колье, я хотя бы куплю его. Да я вас и беру, вы чё, охренеть. Давай его сам, бля. Фредос, отдай ты не ревара, ну и все уже, успокойся, бля. То, что он вылетел, это вообще никак не влияет на то, что этот лутанул, типа. Если бы он даже не лутанул, он не получил бы нихуя. Потому что это карается баном, бля. И, по-моему, даже не работает, если не ошибаюсь. Ну, а при пуле он был? Вроде ж при пуле нужно быть. Он был при пуле, да. Странно. Можно, типа, вылететь, сумануть, не лутать, и, типа, получишь, да, шмот? Он пробовал лутать сам? Полезно, да, пробовал. Да. Давайте, все тут, пошли чистить трэш. Вы забрали уже в игру? Да, там он Фредос, дай колье. Сейчас я уже к Вальке прибегал, прибежал. Зачем вы этому гусю дали, он же сейчас сохнет. Сейчас смотри. Опаси. Кидай, попробовали через стрейк. Да все, пробовали. Блять, даже с бубном танцевали.
Ну а что на Личе тогда получается? Кто был при пуле, типа даже вылетел там, а потом может лут забрать? Ну, утонули просто, там мы ж не лутаем. Так, давайте, РД, сливайте печеньку, мирики, сливайте звездочку. Звездочку. Я слился. Ну отойдите, а то я, че вы там стоите? РД, бейте печеньку. А мирики там звездочку бейте. Так, если этих покопавших сейчас наверх не поднимайтесь, сейчас риснем быстро. Давайте, риснули. Танки наверх. В Мирике. Тут стейки курите, там РД сливайте массами. Все, он передал. Обошел. Да, раз. Джерри он оперерулил, блять. Ниже ППР. Ну не подходите, милики, Рога, сейчас сдохнешь, отойди оттуда. Там после трэша кинтинеры Фукасаку. После этого или после вальки? Нет, сейчас, сейчас. После этого трэша. Сейчас прибудет ее подкрепление. Кстати, тут бурсты можете отдать, все равно они вам не понадобятся дальше. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного. Кто из нас может называться чемпионом? Ну и союзника ты выбрал, Крок. Добивайте капитана наверх, идите, а то забагаете. Не идите наверх. Где там вар сдох? Отошел на 2 минуты. Сзади я на лестнице, Фаль. Перед лестницей, точнее. Да, я слежу. Так, давайте. Резни тотем в хила. У кого там еще есть Холи Прист? Копал. Честь там у кого-то еще хилы? Давай, ДЦ, спекайся. Я в дороге спекаю. А, там ДЦ есть, не надо. Там Холи Прист есть у кого-то?
Так вон могут 2DC похилить, да и все. Не понял, 2DC похилить? Да, я думаю, не стараются, до этого же мы 2DC делается. Ну давайте, 2DC на рейде, остальные все в порталах летаем. Один, первый, второй, другой, третий, четвертый считывают и пиздец. Так, Дима, смолим тебя там. Не обижайся, может Алику пойдет, еще надо будет. Давайте все тут, фулбаф, давайте, кушайте рыбу там, резайте ману. Думаю, Алик есть по-любому. А где рыба? Вроде есть, вроде нету. Давайте чек на пол. Сейчас рыбку поедим, а там справа. Да он не ноет, он как гусь. Троллит вас. Гуся разыгрывает. Так, давайте все тут готовы. Санки идите, хилы тоже пошлите. Хата, ресни там его. Сзади валяется. Ну чё вы, не срывайте агро, чё вы дохните? Бля, где он валяется, я понять не могу. Да ладно, хер с ним, иди к порталу. Слева, слева, у стену вот этого поворота. Давайте, у входа собираемся, у входа. Потом будем против часовой летать. Ладно, там никого не резать, хильте, там так проиграем. А слева танк есть? Должен быть. Давайте там же собираемся. Огненный, рост. Дайте ауе. Хила вообще мало. Давайте там же собираемся. Да у нас что-то есть с ДПСом, серьезные проблемы. А чем там пока? Вроде все тут, мы же услышали. Там же собираемся. Огненный. Слева. Сначала мага.
Танков не хилят вообще. Катая станция на рейде, рейд по хиль. Я поднял танк. А за хил? Дайте баф по ДК по Конскому. Давайте еще одни порталы будем заходить и рост будем давать. Там смотрите, чтобы стаки в порталах не убили. Сами летайте. Хатай, оставайся, не летай. Справа огненный. Нужно подойти поближе. Сами летайте, кому стаки надо. Давайте там живите, там вне портала. Огненного. Так, давайте гимны, пуля, давай на хп. Кидайте руки на вальку. Так, соло, давай гимн на хп. Слева наверху гимн. Так, а Костя на гимн на хп. Слишком далеко. Бейте огненного, там это кастует. Давайте дохиливаем. 100 тысяч. Кресать и там павших. Тотем, побудь хиле на синдре тоже. Что, может лучше заменим тех, кто АФК? Так тут не АФК шел. Тут просто бьют автоатака, наверное, да? Угу. Ралли, бля. Это мне тоже оставаться? Нет, там только пятая пати хилы и все. Ну да, хатей тоже хиле. Там неправильно показывают, я по дону смотрю, если что. Ух ты, это за что-то? Иду чай попить. Он выяснил, у кого больше ПР, на его персарта 2000 решил дать. Ваня, я отойду на минуту. Да, хорошо. Ладно, я пока у вас не буду заходить.